Наш район по праву считается одним из самых спортивных в Краснодарском крае и на юге России. В муниципалитете постоянно проводится работа по улучшению материально-технической базы. Для жителей сельского поселения Голубая Нива радостным событием стало торжественное открытие спортивной площадки. Интерес к занятиям физической культурой и спортом в сельском поселении Голубая Нива большой, и он всецело поддерживается властями. Самое убедительное тому доказательство – строительство спортивной площадки, которая отвечает современным требованиям. Эта площадка была нужна прежде всего юным жителям поселка. Власти поселения, идя навстречу этим пожеланиям, проявили активность и сумели получить средства на финансирование работ. Мы получили прекрасную площадку для занятия спортом для наших детей. Хочу сказать, что путь к этой площадке был нелегок. Сначала нами был разработан дизайн-проект, затем это все отдавалось на конкурсную комиссию Краснодарского края, где наш дизайн-проект победил. Один из немногих, и в результате чего нам были выделены краевые средства на строительство этой прекрасной спортивной площадке. Перерезание красной ленты – наиболее торжественный момент открытия. Это событие, пришедшие на открытие, встретили горячими аплодисментами. Особенно радовались учащиеся 10-й школы, которые будут здесь заниматься. Замечательный день. Теперь нам есть где заниматься. У нас появилось новое оборудование и новые турники. У нас очень много людей посещают школьный кружок по волейболу. Мы сдаем ГТО по физкультуре. И надеюсь, что мы сможем здесь заниматься пляжным волейболом. Отличным подспорьем в работе станет новая площадка и для школьного учителя физической культуры. Поэтому настроение приподнятое. Прекрасное настроение. Мы так долго ждали эту площадку. Мы рады, искренне благодарим и наше руководство, и родители, и дети с нетерпением дождались открытия этой площадки. И теперь нашим детям есть где заниматься, есть чем заниматься. Сразу же после открытия юные поклонники кожаного мяча стали играть в футбол. Болельщики поддерживали ребят. У нас открыли спортивную площадку, и это очень здорово. Я люблю играть в футбол, и сегодня мы играли в него всей командой. Желающие смогли поупражняться на перекладинах и тренажерах. В развитии этой спортплощадки еще рано ставить финальную точку. Здесь еще будет сделана площадка для пляжного волейбола. Здоровый образ жизни – это не просто какое-то модное веяние. Он становится насущной необходимостью для большого количества селян. И потому улучшение спортивной инфраструктуры в центре внимания власти всех уровней. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко. Программа «События».